Здравствуйте, добро пожаловать в Уфу, где продолжается суперфинальная серия чемпионата России по волейболу. Местный Урал принимает Белогорье, и в матче накануне белгородцы победили со счетом 3-2 и украли, можно сказать, у Урала преимущество его поля. И теперь имеют шансы закончить серию дома. Ну, естественно, приятнее и спокойнее это делать будет белгородцам, если они будут вести 2-0. Ну, а для Урала сегодня, ну, можно сказать так, первый-последний бой, да, потому что сколько таких последних боев у них все будет в этой серии, неизвестно. Но сегодня отступать нет. Это первый такой случай. И вот те дуэли, которые этот матч сопровождает вот сейчас на ваших экранах, тут в разные можно последовательности, потому что пересекаются игроки одного амплуа, так или иначе, на передней линии в расстановках. Поэтому тут вот сводить вот в таком виде, это может быть несколько упрощенно, но это любопытно, потому что очень много определяет вот именно вот противостояние действительно в отдельных амплуа. И если накануне там в каких-то Урал был сильнее, в каких-то были белгородцы, и, в общем-то, казалось, что у Урала побольше шансов довести матч до победы, все шло к тому, что 3-1 выиграет эта команда, но вот тут даже, честно говоря, и внятно трудно сказать, по какой причине не дожали уральцы соперника. Белгородцы бились, белгородцы старались. Появилось ощущение, что немножко подсели физически волейболисты Урала. Ну, так это или нет, я думаю, что сегодня, может быть, более ясно нам станет. Вообще, вчера одна тенденция нынешнего плей-офф была уже нарушена. До этого ни Урал, ни Белогорье на своей площадке матчи в плей-офф не отдавали. Вот вчера первое положение Урала случилось. А другой тенденции чуть позже, пока стартовые составы команд, которые вряд ли чем-то удивят. Ну, по крайней мере, у белгородцев будет вчерашний вариант, если все здоровы. Сергей Макаров, связующий в диагонали, вот этот 9-й номер Георг Роцер. Центральный 10-й Джастин Дафф и 13-й Дмитрий Мусерский. И 2 доигровщика, 8-й Сергей Тетюхин и 4-й капитан команды Тарас Фей, Артем Ермаков, либеро. Геннадий Шипулин, главный тренер белгородцев, которые, напомню вам, ведут серии 1-0. Что Урал? У них, в принципе, тоже вчера состав достаточно стабильно играл. Ну вот, может быть, Алексея Спиридонова мы сегодня с первых минут увидим. Хотя вчера у него выход на замену, ну, получился так, на троечку, не более того. Павел Абрамов, доигровщик. 8-й номер диагональный Леандро Висотто. 10-го связующего Мигеля Фаласки. 11-й номер Андрей Ащев. Вот, пожалуйста, вместо Алексея Казакова 13-й номер Алексей Самойленко с первых минут выходит. Вот уже неожиданность, и действительно Алексей Спиридонов. Две замены по вчера, по состоянию на вчерашний день, скажем так, составом сделал Анджелино Фригони, итальянский наставник Урала. То есть на скамейке запасных остался упомянутый Казаков и Максим Пантелеймоненко. Ну, Казаков вчера, если говорить о результативности, и вовсе не запомнился. Из командной игры нельзя сказать, что выпадал. Все-таки мы знаем, да, что достаточно зависимые люди все-таки центральные блокирующие. Если брать их результативность в атаке, а если брать игру на блоке, тут уже не на кого, как говорится, переключить внимание. И Алексей Казаков, проведя весь матч на площадке, ни одного очка вчера блоком не набрал. И, наверное, вот эта замена хотя бы для того, чтобы попробовать, насколько Самойленко. Но тут тоже упрощать все, наверное, не стоит. Казаков мы видели где-то полтора сета, или, может быть, даже два, очень успешно цеплял Дмитрия Мусерского. Не давал тому спокойно жить. И итоговые цифры Мусерского великолепные. Он был сам результативный в своей команде. 22 очка, но в атаке 61%. Это чуть ниже, чем Мусерский обычно показывает. При этом, конечно, Дмитрий выдал потрясающую концовку. 4-й, 5-й сет, просто он был неудержим. И, возможно, вот эта вот неудержимость лидера белгородцев, она для Анджелино Фригони стала сигналом, что необходимо делать какие-то перемены, пробовать какие-то варианты. Ну и плюс вторая особенность этого сезона в плей-офф для этих команд, о которой я уже упоминал. Это команды по-разному играли вторые матчи. И если Урал все вторые матчи, я беру вот эти спаренные варианты, когда две игры подряд проводятся на площадке одной команды, Урал все 4 встречи таких выиграл, то белгородцы проиграли две игры и именно на выезде. Вот он, показательный момент. Чей был блок? Неужели Самойленко так быстро отличиться успел? Или все-таки Мигель Фаласка закрыл Сергея Тетюхина? Так что белгородцы вот вторые матчи
Да, Фаласки был хорош на блоке. Белгородцы вторые матчи свои проигрывают на выезде. Это было и в Новосибирске, это было и в Казани. Может быть, для закономерности слишком такие небольшая, что ли, выборка, да, цифровая. Поэтому, возможно, и по-другому все будет. Но вот начинается хороший такой игрой Урала. Дважды закрывает Тетюхина. Вот вчера слишком он долго был вне игры. Забывали о нем связующие белгородцев. В концовке Сергей себя проявил. Сейчас решили его почему-то с первых минут нагрузить. То ли, может быть, это часть какого-то плана. Может быть, не рассчитывает на ветерана Тетюхина на весь матч. И хотят, чтобы он максимально принес пользу. Но это домыслы. Сами понимаете, можем только догадываться. Скорее всего, может быть, исключение обстоятельств не самое удачное. Ваут атакует Самойленко в выгодной ситуации. Фаласко трудный мяч спас. Вот таким вот сложным для себя образом белгородцы добыли первое очко в этом матче. Так вообще по совести 4-0 должно было быть. Самойленко очень хороший момент упустил. Фаласко сделал классную передачу. Мусерский на подаче. Повторюсь, самый результативный у Белогорья накануне. 22 очка, 5 очков на блоке и 3 эйса. Высота. Здорово работает белгородский блок. И это, пожалуй, что ответ Сергею Тетюхину, диагонального бразильцев. Ну, на блоке не он его закрывал, но все равно в долгу Сергей Тетюхин не остается. Это главное. Здорово сработал здесь вообще групповой блок белгородцев. Фисотто, видите, там негодует. Он, в принципе, не нажимал в этой атаке. Надеялся на подстраховку своих партнеров, если отскок от блока окажется неудачным, каковым он и был. Ну вот, это все привело к тому, что быстро такого отрыва Урала не получилось. Придется постараться. Не зря я в спаренных матчах заговорил. Все-таки физические кондиции в этой серии серьезные могут значение иметь. Тут просто упрощать тот ветеран, этот не ветеран, наверное, тоже не стоит. Потому что тот же Тетюхин вот именно к концу сезона набрал великолепную просто форму. И в каком он состоянии, и сколько он в состоянии провести на высоком уровне, нам неведомо это, согласитесь. Так что не будем здесь упрощать, будем смотреть то, что происходит на площадке. Вот один из таких ветеранов на скамейке запасных остался. Казаков. Ну, я уже говорил, тут причины могут быть несколько другого рода. Ну и к тому же в центр сетки все-таки белгородцы вчера выиграли. Вот эти все сравнения, которые нам показывали. Гроцер какую подачу выстрелил, будет атака его команды. Но Дафф ее так достаточно бездарно тратит прямолинейным и далеким ударом в аут. Вот он сколько показывает сейчас, по-моему, это он так себе льстит. По-другому не скажешь, там намного дальше мяч улетел от площадки. 5-3. Фаласко. И вновь Дафф. Макаров пытается центр сетки заиграть. Гроцер заступает. Ну вот много было ошибок у белгородцев в начале и прошлого матча. И вот эту картину мы уже видели в Белгороде. Держится за плечо Георг Гроцер. У него там серьезные достаточно были проблемы по ходу сезона. Некоторые игры пропускал. Ездил, лечился. И в четвертом матче с «Зенитом» тоже плечо вот в прихожей ситуации повредил. Ну, давайте смотреть. Ничего мы тут, конечно, не увидим. Плечо беспокоит, плечо болит. И сейчас эти болезненные ощущения вернулись. Может быть, опять же, это такой болевой шок, который с помощью какой-нибудь там, ну, не знаю, заморозки, какой-то блокады ликвидируется. С другой стороны, надо ли это делать? Вот сейчас матч, может быть, предстоит долгий, а может быть, и серия предстоит долгая. И если молодой Жигалов классно сыграл в четвертом поединке в Казани, вовсе нет гарантии, что у него так получится всю серию провести. Там даже еще придумал, четко так осек в восторге журналистов относительно игры своего молодого диагонального. Сказал, что это всего лишь один матч. И ничем особенным он из командной игры не выделялся. Тогда действительно белгородцы были хороши именно как команда. 6-4, Тетюхин на подаче. Попадает в Висотто сложнейший мяч. Причем, так, сам-то он, по-моему, и не был твердо уверен, что так здорово у него получится. И, наверное, виной тому две атаки предыдущие, где у него
забить не получилось. Просто накатил, ну, высокий парень, 2.12. И вот видите, такая траектория вполне по силам оказалась. Ктей тут, наверное, долго принимал решение. Сначала пошел на тройной блок, понял, не успеет. А тянуться в постраховку уже никак не получалось. Именно в ту точку, наверное, куда мяч и летел. Кутюхин обманный удар, но вербовал, скидки эти не проходят, это мы и накануне могли убедиться. Ктей аккуратненько по блоку, но там у него не было времени, чтобы оттянуться. А Висота вновь демонстрирует, что при хорошем росте не обязательно бить сильно. Если есть возможность аккуратненько скатить в недостигаемой точке от блока, защитники могут и не успеть. И вот уже, пожалуйста, первый технический перерыв. Урал все-таки небольшое преимущество себе обеспечил. Ну, похоже, все на матч накануне. Правда, волейболисты Урала после обидного для себя поражения в один голос обещали, что завтра все будет по-другому, то бишь сегодня. Мы посмотрим на прах и что получится. Где-то, конечно, какая-то самоуспокоенность у белгородцев, наверное, уже присутствует. В том плане, что программу минимум увести одну победу из Уфы они выполнили. Но сами понимаете, что программы минимум может оказаться недостаточной. Гарантировать две победы дома им никто не будет, хотя белгородцы очень здорово сейчас играют на своей площадке. Все-таки это финал, и здесь повороты возможны любые. Вот Алексей Самолин в эфире выполнил норму Алексея Казакова вчерашнего. На блоке одно очко для своей команды добыл. А вот это нелепая травма Гроссера, но не знаю, вот здесь, конечно, плечо беспокоит, как-то немножко фиксировать его надо. Сейчас современные технологии существуют. С другой стороны, закрепощаться, конечно, не хочется нападающему излишне. Так или иначе, травмы могут оказать влияние. Вчера в концовке матча небольшое повреждение получил Алексей Вербов. Даже на какой-то период был он вне игры, но сейчас мы видим на площадке в полном порядке, и слава богу. Пусть все волейболисты играют, пусть выясняют, кто сильнейший в лучших своих комплектациях команды. Дастин Дафф, 8-5. Пока много своих ошибок у белгородцев. В общем-то, второй такой камбэк, как накануне, у них может не получиться. Со счета 2-0 отыгрывался по заказу. Вот видите, Владимир Беляев, массажист. Патриарх массажистского цеха Суперлиги. Он в Белогории со дня его основания, ну, я имею в виду, по крайней мере, те года, когда команда вышла и играла как команда мастеров. Вот сейчас колдует над Гроссером, пытаясь понять степень серьезности повреждения это. Ну, а Леандр Висота потихоньку начинает раскручиваться в этом матче. И заметим, что все мячи, которые он выиграл, это не какие-то пушечные удары мощного диагонального. Это накаты, где-то аккуратные, где-то такие рачительные. Вот если брать соотношение собственных ошибок, тут пока все не в пользу белгородцев. Или в пользу Урала, как хотите. Урал дорожит мячом, где-то даже, может быть, не рискует. Белгородцы наоборот. Пытаются побыстрее решить свои проблемы, и ошибок этих многовато. Но вот Максим Жигалов первой своей атакой удачно отмечается, попадает в игру. А мы видели замену, как-то очень быстро Тарас Ахтея снял с игры Геннадий Шипулин. Если брать непосредственно предыдущий розыгрыш, то там не справился он на блоке с Висота. Но вряд ли так, вот одним таким эпизодом, ну, чем не очевидно, да, что там огромная степень его вины, можно игрока было отправить в запас. Но опять же вернемся к вчерашнему матчу. Такая атака Жигалова. Ну вот он сразу влился. Ему не надо время для раскачки. И это хороший сигнал, такой позитивный для белгородцев. Так вот, накануне Хтей, неплохо сыграв первый сет, зачем выпал из игры. А вот в конце вернулся отдохнувший и свежий. И в концовке четвертой, в начале пятой партии был одним из главных действующих лиц. Сейчас Ирина, и все-таки попадает мяч в блок. Как-то он так спокойно отреагировал на свою удачную игру в этом элементе, что показалось, что мяч в ауте скачал. Нет, блок и 10-8. Ильиных как раз вчера на блоке очень неплохо выглядел. При этом в атаке дела у него не ладились. Вот приходится пока так из каких-то лоскутов, можно сказать, даже кроить будущую игру команды Геннадию Шипулину. Но вот и атака сегодня у Ильиных. Очень важный первый мяч в таких случаях забить нападающему.
сразу ситуация меняется. И уверенность появляется. Понятно, что от этого, наверное, легче обыгрывать блок не будет. Но внутреннее состояние, оно часто определяющим в такие моменты. Может быть, Ильиных засиделся на скамейке. Ему хочется тоже свой серьезный вклад в тот результат, который команда так с трудом добывает, тоже вложить. И понятно, вот настроение молодого парня, олимпийского чемпиона. Серьезная конкуренция именно в линии доигровщиков у белгородцев. И то, что предпочтение в плов более опытным игрокам отдается, это, ну, как минимум неудивительно. Но Ильиных разыгрался. Вот, пожалуйста, две замены Геннадия Шипулина. Одна вынужденная, другая уже исходя из сложившейся ситуации игровой. И как они заработали. Разрыв, который Урал заработал, начинает исчезать. Ну, собственно, сократился до минимума. Спиридонов цепляет блок Мусерского, и защита белгородцев тоже работает. Абрамов не проходит у него атака. А это Ильиных. Сил там в вагон. И этот вагон никто не собирается держать полным. Потихонечку будет разгрузать сейчас Дмитрий Ильиных на пользу своей команде. Пока все так идет. Вот я заговорил о том, что показалось, что немножко подсел физически Урал. Наверное, это Казакова касалось. И вот было ощущение, что Павел Абрамов, не так легко ему давалась концовка матча, как начало поединка. И, возможно, эти составляющие стали решающими. Ну а сейчас Дмитрий Мусерский привет передает Леандро Висотто. Это первое очко Мусерского, пока он еще не атаковал. Начал собирать очки с блока. Ну, Висотто, если уж решил атаковать сильно, делать это через зону, где блокирует Мусерский, наверное, не самый правильный выбор. Есть Титюхин, который пониже, если уж не может блок чисто обыграть. Ну, такая какая-то легкая безнаказанность от предыдущих атак, когда все обходилось у Висотто, вот в этой атаке была заметна. Сейчас будет думать, будет придумывать что-то новое, интересное. Вообще умный с точки зрения тактики волейбол мы вчера наблюдали. Хорошая тренерская борьба. Скамейки достаточно глубокие у команды. Пытаются все время наставники находить там усиление. Так что все было очень интересно, не говоря уже об исполнительском мастерстве. Жигалов, нет, обманные удары, все собирает Вербов. Это было накануне, это есть и сейчас. А Павла Абрамова закрывает. Я, честно говоря, не разглядел, в него ли мяч отскочил, или все-таки антенну он задел при атаке. Но это нам, наверное, повтор различить поможет. А Николай Книжников, давайте смотреть. Ну, не знаю. Мне показалось, от блока мяч задел антенну. Не всегда можно рассмотреть в динамике этот эпизод. Абрамов так посматривает победоносно на арбитра. Ну, мол, что и теперь? А теперь выигранное очко. Вопросов нет никаких. Павел Абрамов добился все-таки своего на одном, правда, блоке. Для этого ему понадобилось три атаки в этом матче. Андрей Зинович вчера судил в качестве первого рефери. Николай Книжников ему помогал. Вот когда такие спаренные матчи, арбитры меняются местами. Так что сегодня диспозиция обратная. Абрамов. Ильиных, хороший прием. А это Максим Жигалов. Тот, кого Урал явно не ждал и которому понадобится время, чтобы приноровиться. Потому что тут Жигалов-то левша, а это всегда несколько другая тактика блока. Это другое понимание траектории, которую нападающий способен изобразить. И на то, чтобы перестроиться, время потребуется. Если в своей команде есть леворукие диагональные, ну, может быть, полегче. Все-таки в тренировочном процессе чаще это происходит. Но в данном случае не так совсем. Принимают подачу Мусерского, Спиридонов. Его блок внимательно стережет. Еще одна атака. Теперь уже так... Удар ретро крюком. И все-таки с третьей попытки Спиридонов своего добивается. Вряд ли ему совсем уж спокойно на душе после атаки. Ну, радостно, по крайней мере. Атака получилась хорошей. Но блок белгородцев, мы видим, поработал. Поработали. Прежде всего на подготовке в этом матче. И то вчера, как ходил долго, Павел Абрамов безнаказанно атаковал. Сегодня уже этого в помине нет. Необходимые выводы сделаны.
Петюхин. Не проходит эта атака. Висотто. Хорошо там разобрался Макаров в защите. Тетюхин по блоку выигрывает очко для своей команды. 15-13 Белогорье. Ну, так достаточно незаметно вроде бы, да, выбралось вперед. Ну, а теперь вот с помощью такой вот рабочей, в общем, ситуации, хорошей доигровки и отрывчик себе какой-то небольшой уже обеспечивает. Очень удачный пока замен. Жигалов. Спиридонов, вот это его игра на одном блоке, быстрый мяч, уж сил жалеть Алексей не будет, 14-15, еще скажет все, что думает, и что не думает тоже, скажет, хотя бы для того, чтобы так подергать за усы соперника, заставить его выйти из равновесия, умеет он это делать, но это ошибка Артема Ермакова, что-то с передачи сверху ему надо делать, вчера на сетболе в первой партии грубо ошибся, сейчас просто техническая ошибка. Либеро, как и связующий, при выполнении второй передачи ошибаться не должен. Это часть их работы, ну, для связующего просто основная, для либеро важная. Дмитрий Ильиных. Человек 100% пока. Блестяще попал в игру, и мы видим, что просто вчера не его день. И не факт, кстати, что мы Тараса Хтея теперь на площадке не увидим. Шипулин очень умело чувствует моменты, когда надо делать и обратную замену. В конце концов, может быть, действительно... И Тетюхину помощи разгрузка понадобится. Если так на себе будут тащить игру молодые, тут, в общем-то, Тетюхин в черновой такой работе будет очень полезен. Там Александр Косарев есть у Белгородцев. Тогда намного больше возможностей будет у команды. Немножко озадачен. Фригони не такого, наверное, он развития событий ожидал. Я не о счете, я о том, как состав видоизменился белгородцев, и игра с этим составом тоже видоизменилась. Тут какое-то время уйдет на осмысление ситуации. Не потерять бы сет на этом. Это очень важно для Урала, потому что со счета 0-2 отыгрался Белгород. Нет уверенности, что Белгород со счета 2-0 отпустит. Ну, а первая партия в этой ситуации, кстати, иначе большое значение может иметь. Кто поведет, у того будет и психологически более благоприятная ситуация. Не очень летит подача у Тетюхина в этом зале. Вчера даже в концовках он многовато ошибался. Ну, свои особенности. Тут по заказу не подстройся. Это не радиоприемник, чтобы нужную волну найти легким поворотом руки. 16-16. Спиридонов. Смягчают наконец-то Ильиных уральцы и добывают очко в атаке. Кто там? Павел Абрамов, наверное, был. Если Спиридонов подавал, он должен был быть в четвертой зоне. Набирает важное очко для своей команды. Пока Мусерского мы не видим, да, вот так много пользы было от Жигалова с Ильиных, что как глоток воздуха для Сергея Макарова это было. Он, собственно, к игре двух этих нападающих всю игру Белогорье и свел. Теперь надо переключаться. Первый такой запал иссяк, теперь надо тактически выстраивать игру так, чтобы угроза шла с разных направлений. И вот этим сейчас предстоит заняться белгородскому тренерскому штабу в первую очередь. Ну и, конечно, Сергею Макарову в частности. Очень интересная ситуация, что касается чемпионских титулов. Вот нельзя о ней не сказать. Если вот брать титулы, есть такое, да, понятие чемпионский опыт. Даже во всех играх такое понятие, как опыт, присутствует как главная, наверное, составляющая. Так вот, суммарно на всех игроков Урала приходится всего 6 чемпионских титулов. Представляете, какой мизер, опять же, Галов хорош. Причем два из этих титулов у Пантелеймоненко в бытность его игроку «Зенитом». И два у Алексея Веба. Один из них он выиграл с Белогорьем. Второй тоже в Казани. Ну и по одному титулу у Максима Ботина и Алексея Самойленко. Они в столичном «Динамо». Это
им обзавелись, притом не будучи основными игроками, так что тут все будет. Так вот, в Белогорье, если брать общий такой тотал, что ли, этих титулов, 20 титулов на 5 игроков распределены, но здесь львиная доля у двоих волейболистов. Сергей Тетюхин 9 раз выигрывал чемпионат страны. Косарев Александр 7. Причем эти игроки рекордсмены в этом отношении. Тетюхин, естественно, на первом месте. По 7 титулов у Косарева, Вадима Хомутских и Андрея Егорчева. Естественно, увеличить этот баланс может только Косарев. Ну, а Тетюхин может достичь цифры в 10 побед. На всех остальных мизер. Сергей Макаров с динамовским титулом. Тарас Кей был чемпионом разочек с МГТУ. И Артем Ермаков с «Зенитом» выигрывал первенство России. Так что особняком абсолютно стоят Тетюхин и Косарев. У остальных подобного опыта минимум. Ну и особняком в составе сейчас атаковал Павел Абрамов. Вот как раз он вместе с Алексеем Казаковым стоят особняком в составе «Урала» и вообще в нашем волейболе. Отсюда, может быть, и настрой такой сумасшедший. Блистательная карьера. Масса матчей за сборную. У Казакова больше 250. У Абрамова что-то там, не помню точно цифру, в районе 150 матчей. И ни одного, представьте себе, ни одного титула национального, ни Кубка России, ни чемпионата, выигранного на двоих у этих волейболистов. Просто поверить в это трудно. Но вот так складываются иногда причудливо судьбы. Бок о бок, сколько Тетюхин с ними в национальной команде отыграл. У Тетюхина медали складывать некуда, а здесь ни одного трофея. Так что, понимаете, запредельный настрой у Павла Абрамова объясним. А Сергею Тетюхину ничего-то конкретного, ни какой-то очередной медали хочется. Ему хочется выигрывать всегда. Это Сергей Тетюхин. Жигалов на сей раз не попадает в площадку. Ну вот так стартовый запал у джокера в Белогорье иссякает. Теперь надо действительно, прежде всего, Макарову постараться наладить игру так, чтобы не очень примитивно, что ли, смотрелась она, поразнообразнее задействовать нападающих. Ну, в данном случае Макаров ни при чем. Мы видели, Мусевский подкидывал мяч ближайшему игроку. От него ничего другого и не требовалось. Замена. Владислав Жлоба появился вместо связующего у Фимсов. Вот кто у Казаков и на блок вышел, или кто-то из нападающих, я, честно говоря, не успел увидеть, но разберемся. Мусерский, нельзя его оставлять без блока, даже если такие трудности были у белгородцев в приеме. Первое касание определенной вольности допускает, а дальше все было чисто. Мусерский четко завершает атаку. Кстати, в организованном нападении, по-моему, Дмитрия Мусерского еще в этой партии не было. Он заработал что-то на блоке, что-то там подачи. Вот едва ли не первая его атака, но опять же это не следствие комбинации. Ваут летит мяч. 21-21. Первый сет, как и накануне, обещает быть очень-очень интересным. Тогда напомню вам, лишь 29-27. С таким счетом Урал вырвал победу в напряженной затяжной концовке. Самойленко. Ну, нельзя так ошибаться. Так легко раздавать очки. Ну, судя по тому, что Жлоба остался на площадке, значит, второй диагональный. Вот никак и не могу рассмотреть. Вышел у Урала. Это Андрей Максимов. Вместе с Ащевым Владислав Жлоба в этом, на этом плане были. Но Максимов где-то у сетки находится. Жигалов. Хороша подача, но хороший прием Вербова. Пантелеймоненко. Нет, там Макаров уже поджидал этот мяч. Четко прочитал эту ситуацию. А Жигалов очень важное очко для своей команды выигрывает. 23-21. Белгородская молодежь в этой партии на виду. Ну, молодежь. Ну, с другой стороны, Ильиных 25 лет, не знаю, исполнилось ли 26, он 87-го года рождения. Молодежь. Сейчас играют, мы видим, до скольки. Вадим Хомутских, еще один из мультичемпионов нашей страны, по рассказам очевидцев, блистательно отыграл плей-офф.
плей-аут, прошу прощения, помог Ярославичу остаться в Суперлиге и, наверное, продолжит свою карьеру волейболиста. Это здорово. Константин Ушаков, один из наших патриархов, объявил о том, что заканчивает с волейболом. Так что люди сейчас до 40 лет играют спокойно. И здесь, в этом матче, есть такой волейболист Мигель Фаласко. Так что 25, наверное, молодежь. А как иначе? Жигалов. Это коварный у него подача. Знает об этом, конечно, в Урале. Вербов сделал все правильно. Здесь не получилось передача у Жлобы. Еще одна атака будет у Тютюхина. Ждет того блок. И блок надежный в исполнении Андрея Ащева. По сути, партия могла уже решиться этой атакой. Но Тютюхин ни малейшей лазеечки в этом блоке не нашел. Вот эта неудачная передача Жлобы не осталась, да, незамеченным. Анжелина Фригони, он тут же его отправляет на скамейку. Благо, по расстановке самое время это делать. Максим Пантелеймоненко. Вот этим в угол подачи в первую зону. Не очень коварно. А вот и Джастин, да, в первое очко свое набирает. И какое нужное для команды. То, что Макаров играл через двух нападающих в продолжительное время, по-моему, убаюкало блок Урала. И Дафа просто забросили сейчас. Два сетбола у белгородцев. Антон Фоменко, тоже залечив свои болячки, готов помочь команде, пусть хоть и точечно, эпизодически. Здорово, он на кубке сыграл России. Висотто ошибается. Помощь, если потребовалась, то только такая психологическая. Ошибкой завершается первый сет, как и накануне, но ошибся на сей раз Урал. 1-0 белгород впереди. Особенно в серии плей-офф Урал показал, на что он способен. Ну и ваши комментарии по первой партии. Ну, первая партия немного нелогичная. Я думаю, что тут есть о чем вспомнить и вчерашнюю игру, потому что действительно после таких шансов, которые имела уфимская команда, трудно остаться, так сказать, в бою, в строю и вот играть с таким накалом. Поэтому я думаю, что, получив отрыв в начале партии, Урал немного расслабился, увидев некоторые замены. Но вышли тогда на площадку игроки, среди которых был и олимпийский чемпион Дмитрий Ильиных, и Жигалов не первый раз выходит отлично в этом чемпионате. Поэтому вот этот всплеск игры Белогорья неожиданный немного выдал вот такой результат, что они быстро ликвидировали разрыв и смогли выиграть эту партию. Но я надеюсь, что руки никто не опустит, и мы будем дальше смотреть прекрасный финал. Спасибо большое за подробный анализ. Это был Александр Еременко, генеральный секретарь Всероссийской Федерации волейбола. Слово комментаторам.
второй сет. Уральцы надо что-то менять, поскольку, повторюсь, со счета 2-0-2 у белгородцев трудно будет отыгрываться. Но вот вышли два игрока у Белогорья на замену. И действительно, тут олимпийский чемпион Дмитрий Ильиных. И Максим Жигалов попал в расширенный список национальной команды. 22 человека. Ну, с одной стороны, это некая проблема с диагональными. Тут тоже имеет место быть. И надо делать операции. Там уже Павлу Морозу, насколько я знаю. Ну, кроме того, часть из игроков в этом списке играющих на универсиаде будет участвовать. Так что, наверное, работы для всех найдется. Ну, а Урал с первых же мячей попытается снова захватить инициативу. Павел Абрамов вновь обрел уверенность. Так в начале игры побуксовал. Сейчас потихоньку разыгрывается. Анджелина Фригони на ногах. Накануне он сидел. Ну, перенес болезнь серьезную достаточно. Не знаю, честно говоря, какую. И вот только в финальной серии появился вновь в команде. Жигалов. Коварный такой, знаете, удар. Ну, есть ощущение, что не очень здорово он по мячу попал. Но мяч-то летел не очень быстро и вполне мог так в линию угодить. Но все-таки небольшой аут. А место никто это не контролировал, скажем так. Ту зону играть там в защите было некому. 2-0. И вновь без Мусерского предпочитает обходиться Макаров. Ну, пытаясь за счет внимания к Дмитрию, конечно, других нападающих заиграть поэффективнее. Чуть быстрее передачи и один блок. Вот как сейчас. Там Самойленко по большому счету не успевал. Поэтому спокойно шел по линии Жигалов, понимая, что крайне блокирующий будет все-таки вход прежде всего защищать самое такое удобное для атаки направление. И самое надежное. Там самый большой сектор. С гарантией можно в площадку попадать, если только не в аут по длине. Как было сейчас на подаче у Дмитрия Мусельского. 3-1. Самойленко. Ошибается он на подаче. Но вот то, что допустимо в какой-то степени для Белогорья, сейчас до Урала ни в коем случае нельзя. Потому что команда борется за инициативу. Борется за то, чтобы остаться в этом матче и по большому счету в серии. Повторюсь, второе поражение очень дорого может обойтись. Жигалов. И у него ошибка. А вот если перед тобой не подали, надо стараться не терять. Тем более, если подаешь упрощенную подачу, как сейчас Жигалов делал, он не рисковал. Может быть, мысли у него как раз и были не потерять, но вот качественное исполнение при этом хромало, конечно. Пролетал по случаю Застин Дафф, этот мяч зацепил после неудавшейся скидки Макарова. И белгородцы имеют шанс атаковать. Тетюхин. Вновь Тетюхин. Четко работает на блоке. Там Висотто не просто по линии пройти. Надо что-то придумывать Сергею. А вариантов нет. Передача все время из глубины площадки идет. Блок там стационарно поджидает. И тот же Висотто на месте. Руки заносит. Пойди попробуй мимо них пройди. Андреащев тоже блокирующий. Ну, сейчас, по-моему, Висотто мяч попал. Который ищет эмоции, потому что в атаке у него неудачная была концовка первой партии. Вроде бы так бодро начал. Умно так играл. А потом стал ошибаться. Попал ли Жигалов? Такая непростая траектория, вы знаете. Только, по-моему, для левши она подходящая. Но белгородцы решили посмотреть этот момент. Право у них такое есть. Есть сомнение, что мяч был в ауте. Вот эти вот, что ли, вскользь. Возле линии летящие мячи очень сложно определять сторону аута, бокового именно. Потому что такие пологие очень траектории получаются. И площадка. Белгородцы оказались правы в данной ситуации. Они сохранили право на просмотр в этом сете, но главное, сохранили очко, которое вот не углядели арбитры. Опять же, не будем здесь никого винить. Очень сложно такие быстрые мячи определить до сантиметров то, что можно сделать с помощью техники. Там момент субъективизма весьма-весьма большой.
Абрамов в аут. И в хорошей ситуации, выигрышной. Поразительнее надо быть Уралу. Вы знаете, вот в первых двух партиях уральцы очень надежный волейбол показали накануне. Видите, Сергей Макаров пытается тоже кого-то зацепить. Хороша подача Тетюхина. Вот тут можно и поатаковать всласть. И это делает Дмитрий Ильиных с великолепной высоты. Просто обрушивается на заднюю линию соперника мощнейшим ударом. 5-5. Да, вот это вот свежие силы. Вот есть такое понятие в спорте. Может быть, чуть рано мы их сегодня увидели, потому что ну, признаков усталости еще и не могло ни у кого проявиться. Зато Ильиных мы видим. Да, и по прыжку, и по всему, насколько же там действительно энергии нерастраченной полно. Которая пока в нужное русло направляется. Вновь четверка передачи и вновь пушечная атака Ильиных по линии. Блестящий пока матч он проводит. 6-5. Президент Российской Федерации волейбола Станислав Шевченко внимательно следит за суперфиналом. Но действительно, наш волейбол сегодня на высочайшем уровне. Проходит все, что с ним связано. И национальные сборные, и клубный чемпионат. Это просто интересно смотреть, независимо, чем ты занимаешься в жизни. И вновь Ильиных. Чуть за спину эта передача. Вынужден обманный удар совершать. Висота... Летел ли мяч в площадку, останется тайной, потому что пытались уральцы этот мяч все-таки сыграть. Спиридонов то ли видел, что мяч в площадку, то ли не услышал подсказки, недоволен Вербов вот этим его решением. Наверное, мяч летел в аут. Было такое ощущение. Но это ощущение, а реальность-то на табло. 7-5 впереди Белогорье. Тетюхин. Пошла у него подача. Обратили вы, наверное, внимание. Даф отлавливает Ащева. Висота. Нет у него сегодня вольготной жизни. А у белгородцев абсолютно все получается. И, знаете, немножко так сникли игроки Урала. Вот это то, что стали претензии друг другу высказывать, это тоже такой недобрый для них сигнал. Преимущество в счете и главное по игре сейчас у белгородцев. Давно достаточно подает Тетюхин, его команда потихоньку уходит в отрыв. Подача летит, сниматься посложнее. Висота в четвертой зоне не очень комфортно себя чувствует. И уже третью атаку практически подряд не может реализовать. Ошибка первая, до этого он просто добить не мог. Но все это складывается в достаточно печальную картину. Надо как-то встрепенуться, какие-то замены, может быть, нужны. Насколько неприкасаем Висота сейчас, не знаю. А Сергей Тетюхин добывает еще одно очко для своей команды. Выстреливает очень вовремя подачей. 10-5. Тайм-аут берет Анжелина Фригоня. Сейчас очень трудный момент его подопечные переживают. На самом деле, если так взглянуть в зеркало, что ли, очень все похоже на вчерашний матч, только наоборот. Упорнейший первый сет. Концовка, где одна из команд с трудом ее берет. И следующей партии, как по воле волн, в ту же сторону идет движение. Легко берется второй сет победителем первой партии. Но вот сможет ли Урал в такой ситуации подняться? Повторюсь, это будет очень-очень непросто. Потому что результат вчерашний, он будет тоже на это проецироваться. Посмотрите серию подач Тетюхина. 7 очков в одной расстановке. Первый-то это был съем. Фантастика. Высоты. Сложно ему, конечно, какие-то варианты искать в атаке, вот, когда мяч не весь где находится. Тут просто не ошибиться бы, в сетку не попасть. А белгородцы, зная себе свое дело, делают. 11-5.
Восьмая подача. Или девятка уже. Получается девятая, да? Все-таки восьмая, первая опять же. Ну вот, наконец-то уральцам удается сдвинуться. Очень много они потеряли. Сейчас надо как-то вырываться. Ну вот, наверное, Висотто меняют. Фаласко, само собой. И Максимов вместо Висотто. Это двойная замена. Не знаю, может быть, как раз сейчас на переднюю линию диагонально выходит резервный. Да нет, Висотто уже в четвертой линии был. В четвертой зоне. Значит, это просто недовольство игрой. У Фригони пытается он найти хоть какое-то усиление. А там Дмитрий Линн их парит над сеткой. И для начала надо разобраться, как его закрыть. Его и Жигало. Макаров вроде бы, да, с одной стороны, упростил игру, с другой стороны, но он очень тонко чувствует, на что способны вот его засидевшиеся на скамейке запасных партнеры. Есть же еще и тренировочный процесс. Всегда прекрасно осознаешь, кто в каком состоянии в команде находится. И видно же, насколько готов Дмитрий Линых. Теперь, видимо, это мы. 12-7. Первая же атака Максимова из диагонали. Удачно, это важно. Жигалов по-прежнему неудержим. И до пола сколько мячей он добил, да? То есть не какими-то там касаниями, рикошетами. Неспокойно все равно Геннадию Шипулину, мы это видим, но его подопечный сейчас абсолютно выглядит контролирующей ситуацию. Там на задней линии вычищает буквально все Сергей Тетюхин. Его можно в атаке сейчас сильно не загружать. Он свое дело сделает. Как сделает свое дело и блок белгородцев. Там Дмитрий Мусерский тоже сегодня в таком отдыхающем режиме, если брать его атаку. Но зато он на блоке есть. И сейчас очередное очко добывает этим элементом. 14-7. Макаров. Проходит атаку у Максимова. Ну вот, то за что надеется зацепиться сейчас Фригони. Его резервный диагональный сразу попал в игру. Ну, надо как-то брейковые очки искать. Съем это, конечно, здорово. Сейчас этого мало. Вот смогли цепануть и атаку Ильиных. Жигалов. И вновь Вербов. Не проходят обманные удары сегодня. Потрясающую защиту демонстрирует. Это Павел Абрамов. И одно вот так, то необходимое брейковое очко. Уфимцы сейчас находят. 14-9. Чуть не успел свести руки Дмитрий Мусерский. Максиму надо рисковать. У него силовая подача вполне приличная. Счет сейчас не такой, чтобы просто вводить мяч в игру. Он это и делает. Как может. Хорош. Единственное, не подавать в Тетюхина не лучший вариант. Потому что мы видели, как он справляется. Абрамов тоже рискует. Но там Тетюхин на задней линии. И вновь Абрамов. Ну, в азарт. В азарт уже вошел. Вторая его ошибка, подобная в сегодняшнем матче, отправляет мяч за. Линых. Хороша атака первым темпом Алексея Самойленко. И хотя Мусерский был вроде бы и рядом, но по рукам очень успешно он попадает. 15-10. Мусерский моментально реагирует. Здорово, кстати, читает игру Дмитрий. Это, я думаю, никому доказывать не надо ничего. Абрамов. Ну вот и до атаки Мусерский добрался. Пушечный удар. Все, что можно было, сделано в защите.
Но как такой удар обработать? Чуть не повезло. 16-10. Тяжелые задачи перед Уралом. Надо спасать. Но эту партию тоже надо спасать. А уже об игре говорить нечего. Но сейчас преимущество у белгородцев. По игре мы это видим. Плюс летит подача. Еще и Мусерский. Но Верба справляется. Максимов как-то быстро расстрелял свой боезапас. Такое ощущение. Вторая его атака подряд не лучшая. Что сейчас? А сейчас здорово. Попадает в угол площадки. Такой перевод непростой по линии. Все-таки задней линии вот это играть не просто таким образом. Чаще по линии бьют игроки, когда у всех все-таки находится. Увереннее можно удар выполнять. Но рискнул Максимов. Алексей Казаков выходит. Пока на подачу. Вместо кого тоже пока сказать трудно. Подача стабильная, подача хорошая. Она сейчас необходима. Вот видите, нет доводки. И что? На стороне соперника этот мяч сыграл Спиридонов. Не хватило ему терпения. Ну, давайте смотрим, где был мяч. Ну, на проекции сетки перенес ли руку Спиридонов. Тут арбитру виднее. Все-таки наша камера немножко чуть сбоку расположена. 17-11. Такие моменты всегда очень-очень пограничны. Следует ошибка за ошибкой. И если получилось попасть в игру диагонально, то не получается у второго связующего. Вот Злоба опять что-то невнятное изобразил. Белгороду и без того сейчас помощь особо и не нужна. Они справляются сами. 18-11. Максим Жигалов на подаче. Ащев, ну вот такие атаки нужны Уралу. Рискнул еще раз сыграть то, что не получилось. Вот эту длинную зону Злобы сейчас. И Ащев четко мяч сбивает. Дав вроде бы по нападающему выпрыгивал, но чуть-чуть, может быть, и с местом не угадал. С другой стороны, Ащев от блока мяч увел. А это Максим Жигалов. У него получается, и потери Гроцер абсолютно, да, мы не чувствуем сейчас Гроцера, который привык быть в центре внимания. Очень яркий после того, что чемпионат Польши сыграл в Германии основной диагональный, вот сейчас вынужден сидеть на скамейке, но ввиду травмы тут не позавидуешь никогда в такой ситуации игроку. Ащев вновь молодцом, по рукам попадает. 19-13. Продолжает держать свою команду на плаву, но в почтительном таком отдалении от белгородцев. К сожалению, до болельщиков Урала. Ну вот, закрыли. Добрались наконец-то и до Дмитрия Ильиных. Уральцы. Причем Злоба там, по-моему, на блоке отличился. Или это все-таки Максимов был? Нет, Максимов сейчас во второй зоне по расстановке. Не пустил или иных в линию. Спиридонов.
Вот, хороша подача. Чуть засбоил прием у гостей, зато Ильиных на блоке с лихвой все компенсирует. 20-14. Должок Максимову отдал моментально. Вот его один в один, и вот получите обратно. Леонид Кузнецов у белгородцев на блок. Ну, это, наверное, точечная, я полагаю, замена. Мусевский-то на месте. А Джастин Дафф приносит еще очко с подачи. Вот уж чего ожидать можно было меньше всего. Но тут как-то уж больно вольготно на задней линии себя чувствовали хозяева. Особого интереса к этой подаче они не проявили. Почему-то был уверен Вербов, что мяч идет за, там добрый метр запаса. Подача хорошая, но, по-моему, ничего особенного такого сложного в ней нет. Но найдет ли сейчас силы Урал? Необходимо сейчас уфимцам какие-то внутренние резервы изыскать, добавить... Вроде бы что-то получается у Максимова в диагонали, но с переменным успехом тоже ведь не скажешь, что он на уровне Жигалова в игру вошел хотя бы. Ну и улыбки в стане поклонников Белогорья. У них настроение прекрасно. Что-то Жлоба тут несусветное придумал. Такая передача, что ее никто, по-моему, не ждал. Пришлось просто отдавать мяч белгородцам. Те тоже своим шансом не воспользовались. А Павел Абрамов, посмотрите, какую хитроумную скидку. Далеко там за трехметровую линию, в шестую зону. И даже над страхующим игроком. Вроде бы игрок на страховку вышел там, где надо. Но ему неудобно было этот мяч брать. Понадеялся на кого-то из своих партнеров. И в итоге очко Урала. Алексей Самойленко выходит, но его, видимо, Казаков менял на подачу. Мусерский. И этим все сказано пока. На него противоядие не нашли уральцы. Да сегодня, в общем-то, Мусерский и не сказать, да, что... Главное действующее лицо в составе белгородцев. Нет, он все делает как положено. Другой вопрос, что так приберегают его могучий потенциал Макаров для трудного момента какого-то условного. Высота вернулся. Двойная обратная замена. Готовится он сейчас. Нет, не будет бразилец атаковать, потому что Фаласко тоже делает, что делал и его партнер по амплуа. Куда-то запускает мяч в неизвестном, а точнее в известном только ему направлении. Там нет нападающего. Самойленко они явно сыграли не так уж и здорово. 23-15. Попытки Фаласки вот Самойленко включить в игру пока не выглядят успешно. Закрывают Абрамова, там наглухо тройной блок белогородцев. Никаких шансов нападающему не оставляет. 24-15. Теряют белогородцы 16 очко. Так слегка разочарован Сергей Макаров. Ему слишком зацикливаться на этой ошибке ни к чему. Партия будет за его командой, и это вопрос времени. Висотто на подаче. Хороша доводка Ильиных, и Жигалов аут мяч направляет. 24-17. Да, вот несколько нервный для наставников команд концовки таких партий в том плане, что легко разбазариваются очки зачастую, и игроки сами себя с волны могут сбить вот с той победной, а ведь все это может перенестись на следующую партию. Смотрите, Висота тут еще раз подавался, Мусерский, ну, Макаров все исполнил блестяще, главное, Мусерский как веревочкой привязанный, вместе с ним пришел в четвертую зону. 2-0 впереди Белогорье.
беседуем с игроком Урала Никитой Алексеевым. Никита, ну так хорошо начинаете партии, сдаетесь в концовке. В чем причина? Причину не знаю в чем, но допустили большое количество их ошибок, и попытаемся перевернуть вчерашний день. Вчера 2-0 вели, проиграли. Сегодня они ведут 2-0. Попытаемся перевернуть, сделать наоборот только такие шансы. И что сказал Фригони после первого сета? Ничего, сказал, что готовилась двойная замена. Вот сейчас вышел Максим. Максимов и Жлоба помогли команде, но проиграли парню. Ничего, люди пришли за нас болеть, попытаемся не подвести их, не разочаровать. Нам нужна победа, будем бороться, не сдаемся. Никит, ну это финал, что выходит на передний план? Физика, психология, настрой, что? Настрой, психология, физика нет, настрой, психология, самое главное. Спасибо, Никит, ждем победы. Это был игрок Урал Никита Алексеев, слово комментаторам. Кстати, любопытно, обе команды явились непосредственными участниками тех двух уникальных серий в истории нашего волейбола, когда удавалось со счета 0-2 отыгрываться. Белгородцы совсем недавно, мы помним, в четвертьфинале этого розыгрыша смогли вернуться в серию и победить потом с «Локомотивом» Новосибирским, проиграв первые два матча в Сибири. А вот «Урал» как раз потерпевшей стороной является, причем он выиграл два матча в Новом Уренгое. Уже не помню, там какой сезон был лет 5-6 назад. И потом три поражения потерпел подряд, в том числе и два на своей площадке. Так что, если есть воспоминания и опыт, то он неприятный. Но это не касается этих волейболистов. По сути, никого с того состава «Урала» в команде не осталось, включая главного тренера. Леандр Висотто с первых минут на площадке. Алексей Спиридонов. Ну, я так понимаю, стартовый состав сейчас восстановил Фригони. В бой идут одни старики. Надо как-то спасаться. Может быть, какое-то сейчас благодушие на какое-то время будет у белгородцев этим удастся воспользоваться. Вот, по крайней мере, ошибка Мусерского достаточно редкая вещь за эти два дня. По сути, он сам-то ничего и не проигрывал. Бывало, там прихватывали, не без этого, но... Мимо блока в аут это что-то новенькое. Впрочем, все три партии начинались вот с того, что Урал набирал первые 2-3 очка. Какое-то преимущество получал. Кстати, Тихину тоже сложно будет играть, конечно же, этот мяч на выигрыше. Есть шанс. Ну, опять перемудрил здесь Фаласко. Не очень готов был Спиридонов к этой атаке. Не успел, по большому счету, к мячу. Зато блестяще атакует Павел Абрамов. 3-0. Ну вот хорошая стартовая площадка для того, чтобы постараться вернуться в игру. И действительно, зеркальным образом попробовать повторить вчерашний сюжет. Все три матча в этом сезоне команды из пяти партий играли. Две победы в регулярном сезоне уральцев. И вот вчерашний успех Белогория. Цепляет Ащев Мусерского. Висотто. И что это было? Это была площадка. Ну, может быть, даже с просмотром момент. Там касание блока, судя по всему, арбитры определили. Поэтому смотреть ничего, конечно, никто не будет. Хотя вот по этому плану не скажешь,
что именно в касании блока могло быть дело. Но для Лесотто важно было набрать сейчас очко, ну а счет-то просто необходимый для Урала. Чтобы поспокойнее играть этот сет, уже который без права на ошибку, без давления дополнительного. Тем более, что никуда не девался кураж Максима Жигалова. И вернется, напомнит о себе Мусерский еще в этой партии обязательно. Тут уж сомневаться не приходится. Коль не получилось у него вот сейчас передняя линия. Ну, во-первых, подача сейчас еще есть. Реагировал на первую траекторию Спиридонов, так как откатное орудие куда-то ушел назад, но выстрел-то совершал Мусерский, и в итоге мяч, зацепив трос, рухнул на то место, где Спиридонов до этого находился. Так или иначе, это эйс. 4-2. А это уже... На месте Спиридонов, не на месте, Мусерскому было абсолютно все равно, потому что пушечную подачу он выстреливает. 4-3, Спиридонов даже не шелохнулся. Вот когда Мусерский расподается, всегда у наставника соперников проблема. Брать тайм-аут или чуть повременить, ведь ошибается же он тоже иногда. А если не ошибется, попробуй принять эту подачу. Она летит. Абрамову надо рисковать, даже если он не собирался этого делать, на подаче Мусерского это просто необходимо. Куда попал Павел Абрамов? В площадку. Сложный мяч. Смотрим еще раз. Не успеть камере за мячом, но видно, что мяч по траектории как раз в боковую линию где-то и врезался. 5-3. Сергей Тетюхин. Лесотто потерял мяч из виду, не сообразил, точнее, что ему надо делать. И, знаете, такой обман, удар вынужденный, поэтому он был достаточно читаемым. Другое дело, что исполнил его Тетюхин здорово. Здесь бы Лесотто не тянуться на блоке, а постараться подстраховаться. Понятно, что бразилец там футбол, наверное, играет неплохо. Вот головой мяч не обработал. 5-4. Урал пока впереди. Жигалов. Передонов, ну до пола немного у него сегодня атак долетает, хотя сил тратит вроде бы и много. Первый темп. Алексей Казаков, кстати, появился на площадке. Видимо, начиналось с расстановок, где он на задней линии был, и там либеро его замещал, поэтому сразу внимание мы на этот факт не обратили. А Казаков заставил это сделать, набрав первое очко своей команды. Ну, первое свое очко для своей команды. 6-4, Лесотто. Нет, не попадает. Макаров сейчас дав в руку. Он понимал, что не будет Тетюхина. Он там из тяжелейшего приема не успевал. А пробросить так назад далеко было непросто. И ясно, что Дафу надо было пасовать. Не видел, может быть, нападающего до последнего момента. Что-то уже там готовит и Геннадий Шипулин. Его не устраивает, как эта партия складывается. Лесотто нет, но ошибки Тетюхин не допустил в итоге и даже выиграл очко для своей команды. Вот как. Сложнейший был прием. Помог там, конечно, Макаров здорово. Отработал до конца, еще и подбросил. Ну, сносно подбросил. Можно было рисковать. 7-5. Тетюхин на подаче. На его подаче прошлый сет был решен. Поэтому надо сниматься. Сразу делает это Алексей Казаков. Удачно попал в игру. Вот они силы, которые сэкономлены и в нужный момент могут так помочь команде. 8-5.
Замена Алексей Спиридонов после первого технического перерыва. Его команда впереди 8-5 уступает место Пантелеймоненко. Ну, действительно, говорил Ангелина Фригони после вчерашнего матча, что беспокоит локоть Спиридонова. Эффективность его в атаке ниже ожидаемой, скажем так. И Пантелеймоненко, вот до какого момента резерв свой приберегала Фригони. Ну, понятно, что он рассчитывал, наверное, на другой результат. Эти замены в какой-то степени вынуждены. Но это свежие силы, которые очень могут помочь его команде. Белгородцев, вот Ильин, их по-прежнему в центре внимания. 8-6. Сразу Пантелеймоненко пытается включить в атаку, но не лучшей передачей. Не сообразил Жигалов, кому пасовать. Надо было рядом Тетюхину мяч оставить. А вот Пантелеймоненко атакует. И мяч ударяется в стену. Ну вот, будет чуть попросторнее зал. Наверное, Максим Жигалов бы этот мяч сыграть сумел. Ну, все одинаковые здесь условия. 9-6. Урал так отчаянно цепляется за этот перевес, который в начале партии обеспечил. Очень важно для команды сейчас быть впереди в счете. Хороша подача Казакова. Вновь Пантелеймоненко. Жигалов прошивает тройной блок. Так поменьше стали через своего диагонального уральца играть. Видимо, не уверены, что Висота сегодня способен на себе тащить. Но действительно, после 25 очков накануне, я думаю, что у него сейчас и 10 еще нет в активе. Что-нибудь в районе 6-7 очков. Не складывается игра пока у бразильского диагонального. Но вот, может, сейчас. Да, эта атака хороша. Ну, какое-то более цельное впечатление игра Урала в этой партии представляет. Это, конечно, сулит нам надежду на интригу. Ну, а Висота такими атаками вчера запомнился. Жигалов великолепен. Просто левша в четвертой зоне, как у себя дома. 10-8. Всегда леворуки диагональным проблематично вот в четвертой зоне в этой расстановке играть в атаке. Про Жигалова этого не скажешь сейчас. Ну, тут, конечно, и Макаров. Опять же, ширину передачи очень важно для леворукого нападающего правильную здесь выдержать. Макаров сегодня прекрасный матч проводит. Да? Если накануне связующих белгородцев критиковать было за что, то сегодня, во-первых, уже в единственном числе мы о связующем говорим. Макаров один справляется. Во-вторых, здорово играет. Тетюхин на одном блоке. 10-9. И вновь Белгород неумолимо начинает настигать. Где-то вот пробуксовав на старте каждого сета, потом белгородцы медленно, но уверенно так наезжают, как там, гусеницы на соперника. Но вот удастся ли Уралу устоять на сей раз? Висота поднимает эту его атаку. Еще раз он будет атаковать. И это уже за антенной, это ошибка. 10-10. Что там, замена готовится? Нет, пока тайм-аут берет Анжелина Фригони. 4 очка преимущества оказалось опять маловато. Ищет варианты Висота. Понятно, что основные направления все закрыты. А там, мы видели, Жигалов так плотно к антенне пристроился, что там и мяч по ширине даже не пролазил. Понятно, ставка Фригони на более опытных игроков. Но, может быть, тут рискнуть, понять, что не получается игра у Висота. Один мяч забитый из трех – это для диагонального. В большинстве игр приговор, на лавку отправляется с такой эффективностью. Здесь приходится терпеть и ждать. Все-таки это чемпион мира, все-таки это игрок сборной Бразилии. Причем не бывший, а вполне себе действующий. Ну вот Висота это доказывает очередной своей атакой. И вновь выводит свою команду вперед. Такая озабоченность на лице у Мусерского, но он сейчас на передней линии. Будет его включать в атаку Пантелеймоненко. Хороша у него подача по первой зоне. Вот туда вот, да, в длинную диагональ. Блестяще с ней справляется Ильиных.
Абрамов, надо рисковать. Вот накануне в первой партии, в большей части второй, такие отведенные мячи просто отчаянно атаковали игроки Уралов. В каких-то моментах по принципу пан или пропал. Как сейчас это сделал Абрамов, вот он вознагражден, вознаграждена его команда. Ну, сложный мяч, видите, куда там, по сути, в центр сетки, это даже не передача, а выброс мяча был такой аварийный. А это подача Пантелеймоненко. 13-10, очень важный момент. Сложно, сложно тут все. Что-то сделать с такой подачей. Ну, действительно, как из прощи. Мяч летит. К тому же пришлось, наверное, немножко Ермакову сдвигаться в сторону первой зоны. Там, где один принимающий есть, чуть больше этот сектор перекрывать, где основные направления подачи Пантелеймоненко. Опять же, это атаку Абраму разбирает Борис Колчин, в данном случае помощник Шипулина. Не надо высоко выпрыгивать, когда такой отведенный мяч. Абрамов не пройдет поверх блока. А зато вот по локтям эти попадания. Кисть более обширная, что ли, точка, которой можно... Не точка, а плоскость, которой можно мяч остановить. Понятно, что силу сжигало много. А вот опыта пока еще в каких-то вот таких моментах не хватает. Пантелеймоненко расподавался. Близко передача была это к сетке у Фаласки. Висот не смог ничего поделать. А Максим Жигалов безупречен вновь. 13-11. Теряют шансы уральцы. Вот сейчас очень важная была доигровка. И Фаласка не лучшую передачу выполнил. Если говорить о возрастных игроках, напомню, что ему 40 лет. И, может быть, на этой неделе закончится его карьера волейболиста. Он уже объявил, что будет главным тренером «Скры» со следующего сезона. А чтобы поиграть, еще на следующей неделе надо до пятого матча добраться. Висотта! Ну, вот так потихоньку разыгрывается бразилец. Ему сейчас качество передачи, и он готов, похоже, отвечать за результат. Важный для Урала очень момент. Раскручивается постепенно команда. Уж больно много времени на это ушло. И ошибка Жигала. Попадает он в антенну. 15-11. Это уже серьезно. И, возможно, там какие-то сейчас и кадровые перестановки начнутся у Белогорья. Ну, может быть, кому-то и отдохнуть надо дать. Сет этот спасать будет уже непросто. Но, с другой стороны, столько раз белгородцы по ходу этих двух дней такое преимущество ликвидировали, что Геннадий Шипулин пока еще потерпит. А вот это широкая была передача у Макарова. Выкрутился, по-другому не скажешь, Жигалов. Но здесь его заслуга только в том, что он не бросил играть. А Урал целиком и полностью виноват в том, что это очко досталось белгородцам. Не разобрались там у сетки. Что с этим мячом, вот так вот свалившимся на голову Казакову, получается делать? Ни сверху, ни снизу. Что-то такое в серединке наполовину. 16 очков, пожалуйста, Максим Жигалов уже настрелял. Увеличить этот баланс пока багаж ему не удалось. Но с подачи он, в общем-то, пока особо сегодня не отличался. Его стихия атака. Тайм-аут. Преимущество Урала ко второму техническому перерыву впервые, по-моему, в сегодняшнем матче. Ну и шанс перейти в четвертый сет. Пока программа минимум. Для Белогорья, наверное, настает момент, когда надо и Дмитрия Мусерского уже активнее загружать.
можно на него нагрузку переключать. Хотя понятно, что максимум попытались подготовиться к его атакам волейболисты Урала. Вчера так натерпевшиеся, особенно в концовке матча от белгородского гиганта. Леандро Висотто. А вот Игорь Кобзарь. Все-таки замены начались у Белогория. Сергею Макарову надо немножко сейчас остудить голову. Ну, Кобзарь сразу разбирается. Он с готовым планом вышел. Может быть, конкретными даже указаниями. Ильиных забивает. Антон Фоменко мелькнул у сетки. Получается, Сергей Тетюхин сейчас. Нет, Сергей Тетюхин на площадке. Фоменко вышел в диагональ. Вот так вот. Резервно. А, ну правильно. Георгий Гроцев, наверное, не в состоянии сегодня играть. Так что Антон Фоменко часть двойной замены. Казаков. Три атаки у него сегодня уже получились. С этой точки зрения он очень удачно попал в игру. И тут уже дуэль с Мусерским вырисовывается. Как же это будет все интересно. Правда, сейчас дав пока у сетки. Александр Косарев вместо Тетюхина. Ну, Тетюхин с задней линии все равно атаковать не будет, это понятно. И тут просто его разгрузить. Это не белый флаг вовсе. Не для того сейчас Шипурин делает замену. У него работают джокеры. Он надеется и на эту связку. Я имею в виду Фоменко, прежде всего, со вторым связующим. И вот, пожалуйста, Антон Фоменко сразу очко своей команде приносит. А Косарев – это даже не джокер, это просто надежнейший элемент команды. Семикратный чемпион страны, напомню вам. Он выйдет на заднюю линию и свое дело сделает. По крайней мере, в этом плей-офф было так. Крайне полезны всегда эти замены. Ожидаемые, но надежные. И надежный, наверное. Тут отрицания никакого нет. 17-14. Висотто. Здорово в защите действует Кобзарь. Фоменко, ну тут трудно было на выигрыш играть. Что сейчас? Пантелеймоненко. Достанут ли опять Кобзарь тащит мяч хороший? Ильиных. Висотто сыграл в защите. Будет сейчас атаковать. Но низко это для него. У игрока 2-12 рост. Забыл об этом Мигель Фаласко, а белгородским блокирующим только в радость. 17-15. На коротком поводке по-прежнему держит соперника гости. Нет никакого спокойствия. Мы видели, был там разрыв в блоке приличный. Висотто, видимо, заранее уже решил, что будет атаковать в аут. Ильиных откуда-то об этом знает. Пантелеймоненко нужный мяч для своей команды забивает. 18-15. Три очка. Бережно сейчас Урал охраняет. Аут Казакова. Вообще у него очень надежная подача. Но тут, наверное, желание выиграть, увеличить разрыв преобладало. Двойная обратная у белгородцев. Ну что ж, Фоменко очень неплохо с Кобзарем вошли. Разрыв уж точно не увеличился. Помню, даже на одну очечку подсократился во время этой замены. Сергей Макаров. Останется мяч в игре. Постраховали мощнейшую атаку Висотто каким-то чудом. А Мусерского-то надо останавливать потом. Контратака безупречна. 18-17. Ну что, опять Висотто поплыл. Тайм-аут, похоже, сейчас Анджелина Фригони берет. Ну, Фаласку понять можно. Он опирается на своего сильнейшего нападающего. Но Ильиных сегодня на блоке действует просто блестяще. И Висотто, вот все, что пытается в сторону линии и такого хода в шестую зону, у него все перекрыто, по сути. Ну, не силами, конечно, одного Ильиных. Но при его самом деятельном участии. А вот со второго туда, по первой зоне, ближе, может быть, ко второй атаке у Висотто время от времени проходили. Но чтобы по такой траектории атаковать, все-таки высота нужна определенная. Вот сейчас последние две передачи Фаласки не позволяли этого сделать. Ильиных сравнивает счет 18-18. И вновь белгородцы
погоню доводят до логичного, по крайней мере, промежуточного такого этапа, сравнивая счет 18-18. И вновь Пантелеймоненко. Нет, его тоже не пускает белгородский блок. Вот, и Ильиных закрывают. Уже радость на стороне уральцев. Действительно, очень важный момент. Андрей Ащев, очень умелый блокирующий. Ждем с нетерпением его дебюта в национальной команде. Это такой игрок, которого можно назвать, наверное, сейчас на сегодняшний день самый недооцененный из действующих волейболистов. То есть он не играл за сборную, будучи игроком высочайшего уровня. Не зря в Новосибирске он и капитаном был. Но у нас выбор есть просто на этой позиции. Это ни в коем случае не оценка его уровня. Хозяевам достается этот розыгрыш. Очень-очень важный. Пантелеймоненко, трудно ему. Каждое очко дается с боем. Но это очко добыто. 20-18. И теперь Шипулин уже таким тяжелым выдохом берет перерыв. Здесь Павлу Абрамову дадим должное. Блестящие передачи в четвертую зону. Хотя вроде бы напрашивалось попроще перед собой. И вот тот самый элемент риска. Пантелеймоненко на скорости. Нагло в блок Мусерского. Надеюсь, что тот не успеет перенести руки. Так оно и состоялось. Нет, легко здесь Белгород не отпустит. Финцы сделают все, что можно. Победу постараются не отдать вовсе, конечно, в идеале. Но уж потрепать нервы – это как обязательная часть программы. Паласка. Ильиных. Очень важный мяч опять добывает для своей команды. 20-19. Вновь там Петюхина возвращает таким взмахом руки Геннадий Шипулин. Ну, понятно, Косарев заднюю линию прошел. Петюхин сейчас нужен у сетки. Линых. Нет, эта подача далека от того, наверное, на что рассчитывал Дмитрий Линых, делая подброс. 21-19. Максим Пантелеймоненко. Очень важный момент для Урала настает. Концовка. И тут давление сумасшедшее. Ведь у Белгорода есть запас. Они могут играть поспокойнее. Низкая передача. И, пожалуй, что Ильиных даже не в блок, а в трос сейчас попадает. 22-19. А это уже серьезно. Да, да, конечно, тут блок ни при чем, по большому счету. Видели даже, то ли не стали размениваться, но Висот-то почему-то в центре сетки оказался. И, судя по всему, вот именно под пайп белгородцев такой размен запланирован был у Урала. Любопытный момент. Тут затеряется подача Пантелеймоненко, но эта подача в этой партии запомнилась. И то, что мы видим концовку, в которую Урал зашел с небольшим преимуществом, это тоже в немалой степени следствие подачи Максима Пантелеймоненко. Мусерский. Вот сейчас момент, который надо пережить Уралу. Выдал вверх Пантелеймоненко. Абрамову трудная атака, которая вовсе не состоялась ввиду ошибки при выполнении второй передачи. Но мы видели, и мяч не туда полетел, еще и технический брак. 22-21. А Мусерский на подаче остается. Вот если у Фригони перерывы, честно говоря, не уверен. Ну и обратно пока утверждать не буду, не следил. Мусерский. Висотто не смог забить. Будет ли еще одна атака с его стороны? Да, естественно, Фаласко предвидел такой вариант. Мяч летит за. А вот так вот крупным планом показали Висотто. Глаза его, да, и вот помните его интервью, когда он приехал в
как раз в Белгород, по-моему, первое его появление было в российском чемпионате, по крайней мере, после травмы он с командой туда прибыл и сказал, что меня затрясло буквально при виде Мусерского, вспоминая английский финал. Но вот вчера Мусерский, наверное, заставил вновь потрястись Леандро Висотто, потому что то, что он творил в концовке, я уверен, что бразильцу вернуло ту безысходность, которую он ощущал в финале олимпийского турнира. А вот эта ошибка Жигалова может нам четвертый сет и гарантировать, потому что касания блока не было. Николай Книжников, по-моему, здесь четко разобрался. И три сетбола у Урала. Ну, то, что аут, это понятно. Это... Андрей Ащев. Тетюхин, нет, добить не даю до пола. Что сейчас? Первый темп, Джастин Дафф, но это к Алексею Казакову в гости. Он там уже ждал с распростертыми объятиями, а точнее... с четко выстроенным блоком. Партия позади. 2-1. Игра продолжается. Сет. Хорошо, что мы, я думаю, смогли переломить игру. Но дальше посмотрим, потому что игра не закончилась. Но это важно для нас. Ты сегодня выходил на площадку. Как доволен своей игрой? Мы проиграли партию, наверное, нет. Ну, вышедший на замену в третьем сете Максим Пантелеймоненко внес какое-то новое дыхание в игру Урала. Ну да, какую-то свежесть снес. Какие-то эмоции, может быть, которые не хватало на площадке. Макс молодец, боец. Спасибо большое, Андрей. Это был Андрей Максимов, игрок Урала. Слово комментаторам. Ну что ж, все резервы Урала были брошены в бой, и Казаков и Пантелеймоненко очень помогли своей команде. Но вот, наверное, настало время белгородцам что-то придумать. Я смотрю, Игорь Кобзарь, пожалуйста, на ваших экранах с первых минут в качестве основного связующего.
Ну, какую-то свежесть, наверное, надо в игру внести, как говорят иногда волейболисты, передернуть немножко, потому что, ну, наверное, коль уж Урал выиграл третью партию, с игрой Макарова потихоньку разбираться начали хозяева. Характера не проявили. Говорить о переломе, ну, наверное, пока рановато. Вот посмотрим начало сета. Если белгородцы вновь позволят сопернику сразу идти вперед, это может им дорого стоить. Ну, Николай Книжников идет какие-то профилактические беседы. Невозмутимый, как всегда, Сергей Тетюхин. Эмоционален Павел Абрамов. Какое-то недовольство, наверное, с его стороны большей частью было. Тетюхину, как правило, у арбитров претензий не бывает. Вот не помню я. Абзарь, но Фаласко внимателен. Абрамова закрывают. Но вот белгородцы сделали то, что надо сделать. Это был Дмитрий Мусерский. Через ход, когда у него есть время выстроить блок, не стоит нападать. Лишнее напоминание. Такая памятка Павлу Абрамову. Был там и стык, в конце концов. Но не видел, наверное. Абзарь тут же подача на вылет. Вот так замена у Геннадия Шипулина. Может быть, как раз вот для того, чтобы стартовый этот рывок был столь же эффективен. Очень важно сейчас. Сразу вернуть на землю хозяев. Ну, 2-0 это еще ничего, как вы понимаете. И больше преимущества таяли на глазах. Но это задел. Плюс еще один прекрасный подающий. Игорь Кобзарь. 3-0. Два эйса молодого связующего белгородцев. Вот так поворот. Вот признаюсь, вот не мог я предполагать этой замены. Не видел ей таких серьезных каких-то предпосылок. Но чутье Шипулина всем прекрасно известно. Тайм-аут. Вот так вот. Анжелина Фригоне приходится брать тайм-аут под подающего запасного белгородца. Причем это не профессиональный какой-то игрок, выполняющий подачу. Ну, типа вот Филиппа Воронкова из Новосибирска, да, который вот всегда эта угроза существует. Это игрок, от которого этого не ждали абсолютно. При том, что Игорь Кобзарь подавать умеет. Это не является там открытием. Ну, надо успокоиться. Фриго не прав. Партия только началась, ничего еще не решено. Сейчас важно не проиграть все в начале этого сета. А? Ресурсы догонять, они есть. Вот, на планер перешел Кобзарь, не желая после тайм-аута подачи терять. И Сотто тут как тут. Приносит очень важное очко своей команде. Первое в четвертой партии. Где Урал, наверное, настроен все-таки довести дело до пятого сета. И опять Ильиных опять очень близко был. Хорошо, сейчас работает блок. Вновь Висота. По рукам там Тетюхин чудом успевает мяч зацепить. А Ильиных очень трудный мяч. Вот. Бьет, не бьет, перебивает, не перебивает. Делает то, что надо делать. Да? Скатывает вот-вот между блокирующими. Очень четко, технично. И главное, мысль какая в этой атаке. 4-1. И вновь глаза весок. Для нас радостное воспоминание Лондонской Олимпиады. Правда, Висота тогда со скамейки запасных выбивал дрожь, глядя на Мусерского. У него было повреждение, играть он не мог. Хорошо, Ильиных сегодня в приеме справляется. Это пушечный удар Мусерского. Его будет в этой партии больше, чем было в предыдущих. Я в этом не сомневаюсь. Наверное, с такой целью Кобзарь вышел, чтобы Мусерского по полной заиграть. Да, появился Казаков. Будет непросто, но Мусерский сил достаточное количество сохранил на концовку этого матча. Правда, вот на эту подачу это никак не сказалось. 5-3. Впереди по-прежнему белгородцы, но Урал
крайней мере, не позволил этот разрыв увеличить. Сейчас надо постараться достать соперника. Абрамов. Даф не проходит у него атака. Вот он шанс. Ну, сеточный мяч. Пантелеймоненко его сохранил для своей команды. Ну, куда ж Фаласко пасует? Но не успевал тут Максим, очевидно, не видел этого связующий. А там Сергей Тетюхин, пожалуйста. Я думаю, что касается прыжковой работы, немножко дали ему разгрузиться белгородцы сегодня. Так, на задней линии он там массу пользы принес. И силу на концовку, на самые важные моменты этого матча сохранил необходимые. Так что Тетюхин вполне себе может стать одним из самых заметных действующих лиц. Есть такая необходимость возникнуть. Жигалов ошибается на подаче. 6-4. Впереди белгородцы. Но спокойствие на тренерском мостике никакого, как мы видим. Да, хороший первый темп. Ну вот Кобзарь свою подачу организовал. Первый темп загрузил центр сетки. Ведь с краев все сложнее и сложнее выигрывать. И проходит это все. Сейчас гадать начал Лащев. Понадеялся, что игрок ему пришедший на помощь один справится. Куда там? Мигель Фаласко. Вот, по сути, за эти два дня мы не видели обманных ударов от связующих. Да? Вот настолько они играют строго. Если можно. Фаласко попробовал атаковать в пятой партии. Мяч, который можно было забить, не исполнил. Там некому бы такое его поднимать. Там не, даже не обманный удар был, там атака была. Аут, отскочил мяч после удара Жигалова. 8-5. Первый технический тайм-аут. Вторая, третья, четвертая партия может быть для Урала быть определяющей, потому что в концовке, если Белогория преимущество 3-4 очка сохранит, я думаю, она его не упустит. Достаточно надежно выиграет игра белгородцев. Поэтому вот сейчас надо переломить ситуацию. Где-то подача, минуты, обманный удар. С учетом того, что защищаться пришлось, страховать Мусерскому, Висотто очень грамотно исполнил. 8-6, Пантелеймоненко. Вот та самая подача, которая так была нужна. 8-7. Тайм-аут явно пошел на пользу подопечным Анжелина Фригони. По первой зоне прекрасная подача. Ну и укороченная в том числе у Максима Пантелеймоненко. Кобзарь передавил сейчас Фаласку. Вот это, да, там, по-моему, даже Павел Абрамов был. Вот она, борьба молодости и опыта, да? Молодости и опыта, посмотрите. Победила молодость, как у классиков. 9-7, Кобзарь уже на подаче. На второй заход свой идет. Ну и сейчас, наверное, планер подавать не будет. Тут не после перерыва. Но на сей раз аут.
Ащев. Не прошла эта атака Тетюхина. И этот мяч не долетит до площадки. Но он еще в воздухе какое-то время побудет. Мусерский там у сетки есть. Вот эта передача вдогонку не очень эффективна. Ильиных по блоку очень четко, очень грамотно. Важное очко белгородцев. 10-8. Ну, тут и тренерских, я думаю, будет моментов очень много. Вот, пожалуйста, один из них. Тарас Кей на подачу. Не успел я заметить вместо кого. Возможно, Сергей Тетюхин дают отдохнуть. Возможно, это не факт. А может, вместо кого-то из центральных. Не, ну Мусерского на подаче менять не будут. Понятно. И Тетюхин тоже у сетки. Ильиных подменил Тарас Кей. Это немножко так понадежнее, что ли, сделать прием. Такая задумка. Ну, а Леандро Висотто очень важное очко для своей команды выигрывает. Тем не менее, пока и Урал в погоне. Тетюхин по рукам очень четко, очень красиво и, главное, эффективно. 11-9. Через слезу еще, как же, ну, по замыслу все идеально, еще и по исполнению. Если уж искать слабость, то только там, в тройном блоке. Теремоненко справляется с пушечной подачей Мусерского. А куда попал Абрамов? В площадку. Белгородцы не спорят. Действительно, эта атака была хороша. Абрамов так все и у соперников убедился, что я попал. Попал. Ему ответили оттуда, но он действительно... Перевод вот этот четвертого по четвертому классно исполнен. И видел Павел, что нету второго блокирующего. Теперь уже белгородцы небольшой отрыв держит твердо и уверенно. И вот где-то надо еще одно брейковое очко Уралу найти. Как минимум. Тетюхин делать этого не позволяет. Блока Алексей Казаков. Разочарование. Максим Жигалов. 12-10. Что, не попал Висотто? Нет, попал. Но будут ли проверять? Нет, Тарас Кей видел, что мяч был в площадке. Тратить попытку она может пригодиться ведь в концовке вполне. По линии четкий удар, да. Тут вопросов никаких. Жигалов, нет, тут не перебросить блок. Андрей Ащев. 12-12. Урал догнал соперника. Борьба продолжается. И вчерашний сценарий так все явственнее вырисовывается. Да, ведь все четко совпадает. Первая упорная партия. Вторая той же команды выиграна легко. Уверенный ответ соперника и тяжелейшая концовка четвертого сета, которая к пятой партии привела. Ошибается Тетюхин. Может быть, это уже какие-то признаки усталости. Не знаю. Тайм-аут. Берет Геннадий Шипулин. Тут же его команда трехочковый перевес не удержала. И вот эту вот важную очень треть сета пока проигрывает. Ну и сейчас расстановка, где белгородцы не так мало уж теряли в этом сезоне. Им сейчас надо быть пособраннее, что ли. Полной решимости Павел Абрамов, Алексей Казаков все-таки побиться за свой первый российский титул. Ну, не думаю, что они карьеру заканчивают в этом сезоне, но сколько еще этих сезонов отмерено. Шансов с каждым годом все меньше и меньше. Джастин Дафф, великолепная передача
Кобзаря. Первый темп на голове. И Дав молодец. Он прямо за связующим пошел туда к антенне. Этого уральцы не ожидали. Обратная замена. Ильиных на передней линии. Хей там немножко его разгрузил. Дал передохнуть. Помог, наверное, где-то в приеме. И сейчас Ситюхин на подаче. И это эйс. Самый нужный момент опять для своей команды. Сергей Тетюхин включает свою чудо-подачу. 14-13 Белгород выходит вперед. Какая же ювелирная работа. Говорят, как по заказу. Ну, это что-то подобное наверняка он задумал. Сейчас с трудом справляются, не справляются мяч-то у белгородцев. И они будут атаковать Ильиных. Блестящий Вербов на задней линии. Сложно будет Пантелеймоненко. Ну вот он, этот момент риска. Необходимый, необходимый, который сравнивает счет. 14-14. Так уж, говорят, закрыв глаза. Но может быть и так. Надо было рисковать. Где-то мяч между рук у Дафа проваливается. В блоке, в общем-то, других изъянов не было, как получается. Касание Дмитрий Ильиных очень грамотно, не лучшую передачу Кобзаря сейчас в набранное очко превращает. Но в этой атаке был темп, была скорость и, главное, было необходимое время для принятия решения у Ильиных. Смотрите, как здорово он все сделал. А Дав ошибается на подаче. 15-15. Сейчас мусорские белгородцев на передней линии. Вот для них возможность, наверное, все-таки повернуть в свою сторону игру, которая разворачивается потихонечку. А тут еще и подача Пантелеймоненко. Наибольшие проблемы для белгородцев. И вновь Ермаков разве что в игре сумел мяч оставить, не более того. Абрамов на одном блоке выиграть не смог. Кобзарь зацепил его. Ильиных. Красивый розыгрыш. Кто рискнет? На высоту там особо некуда было идти. А этот мяч был на стороне белгородцев, пожалуй. Но арбитр этого не фиксирует. Павел Абрамов, получается, приносит 16 очко. Пытаются понять белгородцы, что же случилось, что-то не так, а что они так и не поняли. Нет, что касается аут, не аут, там, по-моему, все четко сделал Абрамов. Ну, если успел на своей стороне мяч зацепить, то и вопрос. 16-15. И нас потрясающая концовка сета. А вот будет ли она концовкой матча, это еще большой вопрос. Видите, так по очочку вырывает буквально Урал. И все-таки выходит вперед ко второму техническому тайм-ауту. Состав у хозяев опытный. У белгородцев Кей уже побывал на площадке. Помочь он своей команде в этой концовке не сможет. Гроцер травмирован. Ну, то есть вот силами тех, кто на площадке. Ильиных попадает на сей раз в блок. Андрей Ащев ликует, принимает поздравления, он их заслужил. 17-15. Вот сейчас головоломка уже для белгородского штаба. Что еще изменить, чтобы игра вернулась? Вернуть Макарова? Но это, по-моему, вообще единственная возможная замена в данной ситуации. Потому что двойная опять с Антоном Фоменко. Может быть, но ситуация непростая для этого. А Пантелеймоненко продолжает свои пушечные подачи. 18-15. Ну вот нашелся игрок, чья подача для белгородцев, как стала загадкой, так до сих пор и не разрешена. Ильиных все-таки начинает ошибаться.
Долго он держал прием на высочайшем уровне. Ну вот, может, Косарев сейчас, кстати, Белгородцев появился на задней линии. Но, правда, или на хусетке. До задней линии ему еще надо добраться. Достойнейший финал, достойнейший. Чем бы все это ни закончилось. И такой волейбол хочется смотреть и смотреть. Бьются от ножа. Интересно. Вот не дает Пантелеймоненко своей подачи, кстати, Мусерского в атаку включить. Вот еще ведь важный какой момент. Самый надежный вариант съема для белгородцев абсолютно недоступен им сейчас. Но вот он не понадобился. Все-таки ошибся Пантелеймоненко после перерыва. Но задел, который он сделал, вполне достаточный для того, чтобы на нем все-таки доехать до победы в этой партии. Да, немного, но большего тут никто тебе не предложит. Абзайн. Висотто по рукам, и это 19-е очко. Ну, так потихоньку свою норму начинает Висотто набирать. Очков 15 его в активе явно уже есть. Не успел Дмитрий Мусерский. Ащев. Ну вот и до Мусерского очередь дошла. Чуть попроще прием, тут же идите его ловите. Старается, делает все, что можно. В данном случае Алексей Казаков. И битва там достойная. Но Мусерский сейчас оказался искуснее. 19-17. Ушел от этого блока. Чем ответит Казаков? И Казаков ли это будет? Нет, это Леандро Висотто вновь. 20-17. Интересно, если будет пятая партия, рискнет ли Шипулин Тарас Ахтеев в игру включить. Ну, непонятно вообще была замена, почему его так быстро поменяли. Может быть, все-таки не здоровится ему в какой-то там степени. Этого нам знать не дано. Но он вчера классно пятый сет отыграл. Правда, вернулся в концовке четвертого. Будет атака у хозяев. Абрамов, ну, уже, наверное, видел мысленно, как этот мяч вонзается где-то в шестую зону соперников, но сбросил туда руки в том направлении. Максим Жигалов, 20-18. Но это был всего лишь съем у белгородцев вот таким тяжелым образом. Мусерский на подаче. Ну, определенный момент истины. И опять же, Пантелеймоненко, какой молодец. И на сей раз Абрамов безупречен, по рукам попадает. 21-18. Это, знаете, радость двойная. Сняться с такой подачи Мусерского с первой попытки так убедительно. Это колоссальный такой психологический допинг. И только развести руками. Ну, так уважительно со стороны Геннадия Шипулина. Ну, что тут поделаешь? Все сделано классно. Тетюхин ошибается. Вот когда же. Вчера пробовали расшатать в концовке. Не получилось. Тетюхин все принял идеально. Сейчас с планером, вот этим коварным планером Павла Абрамова, он не справляется. И 22-18, пожалуй, что мало шансов оставляет. Мало шансов оставляет белгородцам еще усиление блока сейчас Самойленко. На эту подачу Абрамова Фригони рассчитывает. Абрамов ошибается. Не вовремя, но сейчас главный прием. Для уральцев главное удержать прием. Сейчас нет там Гроцера на подаче. Сразу после Мусерского, мы помним, Гроцер по расстановке у белгородцев подавал. И большущие проблемы вот эта связка доставляла. Жигалов сегодня, при том, что он очень хорошей подачей обладает, как-то ничем уральцев удивить не может. Он уже и по задней линии накатывал, и укороченные. Может быть, просто силовую попробовать. Ну, там Вербов. Решил Пантелеймоненко все-таки этот мяч играть.
Значит, сам должен был отвечать за эту атаку. Не забил. И шанс у Тетюхина. Нет. И вновь Пантелеймоненко. И этот мяч уже на задней линии не поднять. 23-19. Ну, розыгрыш. Трудно, наверное, его выделить как решающий. Но вот он очень многое определил, по крайней мере. Наверное, все-таки мяч в аут выкатывался. Так полейбольненько рисковал. Точнее, решил не рисковать. Наверное, вот так вот. Ну, не был уверен, надо играть. Это, наверное, правильно. Ошибается Ильиных. Многовато у него так ошибок началось в этой партии. Подустал, может быть. Немножко растраченный кураж. И вот это уже, наверное, подготовка к пятому сету начинается. Сергей Макаров, отдохнувший, осмотревшийся на площадке. Этот сет уже не спасти, это понятно. Мусерский так толком оказался не заигран. Но это такая своеобразная ода подачи Урала. И нас, судя по всему, ожидает пятая партия. Шанс на то, что белгородцы спасутся, но очень невеликий. Тайм-аут там все оставался у Анджелина Фригони. Он его под подачу Тетюхина, зная на то, что способен, использует. Но все-таки с такого счета, я думаю, что даже с помощью подачи Тетюхина не спасти сет. Всякое, конечно, бывает. Да, ну действительно удивительно. Зеркальное просто воплощение вчерашнего матча. И напомню вам, что команда с 0-2 спасавшаяся в итоге и победила. Это было Белогорье. И Чапулин там в интервью сказал, что оказывается 2-0 это еще не победа. Вот думаю, что он еще раз это скажет сегодня, независимо от того, как пятый сет завершится. Тетюхин. Пантелеймоненко на одном блоке без вариантов. И мы будем смотреть пятый сет. 2-2. Уфимского Урала Антон Слободина. Антон, ну вот скажи, как тебе сегодняшний матч? По-моему, достаточно эмоциональный. Очень-очень-очень эмоциональный. 5 партий вчера было, сегодня будет сейчас 5-я партия. Видно, соперники достойны друг друга, поэтому битва будет еще не та. Ну ты славишь не тем, что только громко кричишь, но еще баннеры рисуешь. Покажи вот последний твой. Кто вдохновляет? Любимая команда? Ну, конечно, мы в четвертьфинале, в 1-2 финала начинали серию, с первый матч проигрывали. Вчера тоже первый матч серии проиграли, но остальные серии в полуфинале, четвертьфинале мы выиграли, поэтому надо поддерживать эту традицию и в финале точно так же выигрывать. Есть отзывы какие-нибудь о твоих баннерах? Игроки что говорят? Ну, игроки замечают, Мигель особенно старается все читать, вот я ему поэтому транслирую все на английском, чтобы он понимал. В фан-секторе все время подходят ко мне, спрашивают, что сегодня будет у нас, покажи, покажи. Я говорю, ну, на игре увидите. Я знаю, что ты поедешь в Белгород, там придется болеть вдвойне. Там вдвойне, конечно, нас там не такая большая группа будет, но должны нас там слышать будут, поэтому смотрите. Баннер новый нарисуешь в Белгород? Конечно, аж два, две же игры будут. Спасибо, Антон, это был болельщик Урала, Антон Слободин, слово комментаторам.
Ну что ж, решающий пятый сет. Без него ну никак не обойтись этим двум командам. Вот четвертый раз в сезоне они будут в пяти партиях решать свои проблемы, свои вопросы, получать на них ответ. Дважды в регулярном сезоне, напомню, был сегодня Урал. Вчера было Белогорье на коне. Сегодня очень важная партия. Ну, сами согласитесь, с каким счетом серия отправится в Белгород. 2-0 или 1-1. Колоссальная разница. И, как мы предполагали, Тарас Хтей на пятый сет выходит у хозяев. Думаю, что там и Сергей Макаров на площадке. Ну, а начинается для белгородцев самого страшного. Подача сегодня у массива Потеремонника на заглядение. Вот три эйса уже есть, а ведь он и половину по матчу еще не сыграл. Появился, по-моему, в третьей партии только, да? Но начинаются ошибки. Это не есть здорово, конечно. Будет он еще обязательно в этой партии подавать. Но белгородцам неплохое, наверное, настроение теперь. Эта ошибка, ну, на какое-то время обеспечена. Ближайший розыгрыш может все изменить, как вы понимаете. Мусерский. И у него подача не получилась, но тут квиты. Получилось сила на силу помноженная. Очков команде не принесли ни то, ни другое. Казаков выходит в сетки 1-1. Ащев. Сложный прием получился. Тетюхин по блоку. Мяч далеко летит, но атаковать будет Урал. Абрамов тащит белгородца. Теперь Тетюхин. Висота там, ну, по сути, без блока. Тетюхин не успевал. И для Леандра Висота абсолютно выигрышная ситуация. Как и для его команды. 2-1. Вот белгородцы первыми отрядили на сервис на подачу Мусерского по расстановке, но при этом остается вариант, когда у сетки не самая сильная линия на съеме. Такой для вас достаточно рисковый момент. Но пока еще три нападающих, и вот один из них, Максим Жигалов, перед тем, как уйти подавать, сравнивая счет 2-2, и вот сейчас будет Макаров и два нападающих, один из которых, дав требующий хорошей доводки обязательно, и Сергей Тетюхин, которого будут стеречь двойным блоком. Ну, Жигалов в задней линии, как поддержка. А где же его подача? Сегодня мы так ее и не дождались. Вот сейчас достаточно коварно. Абрамову было непросто. Будет он рисковать? Будет, но там Тетюхин ту зону обороняет. И сейчас Сергей в атаке. Тащит Ермаков. Видел, он всю мяч в площадку, наверное, опускается. Тут уж отсюда разглядеть сложно. А Висота с огромной высоты, там, ну, намного выше Тетюхина. Видно, что у него, конечно, физические возможности куда больше, чем у Тетюхина в концовке. И легко это Висота реализует. Вот давайте смотрим. Там поверх блока, без вариантов. 3-2 Висота на подаче. 18 очков уже в его активе. Пришлось Жигалу немного и рискнуть, но так не до конца, скажем, там Вербов очень внимателен. Хтей, вот он, Тарас Хтей, первое очко, кстати, в сегодняшнем матче. Но это оружие, вот оружие именно для той ситуации, чтобы пройти эти сложные расстановки белгородцев, когда мощи у сетки уже в концовке матча явно не хватает вот этим волейболистам. Теперь Петюхин отправился подавать. Подача его хороша, и Абрамову будет непросто там. Окей, полно сил. Полно, он, ну, по сути, в этом матче не играл. И опять же, повторюсь, решение Шипурина, ну, правильным оказалось. Ильиных-то большую часть матча на себе вытащил. В конце подсел, это было заметно. А сейчас Хтей свежими силами, может это и решающим фактором оказаться. Если выиграют белгородцы, будем говорить о правильном распределении силы акцентов, да, расстановке верно. Ну, а выиграет Урал. Кто-то будет и сожалеть, что Хтей не находился постоянно на площадке. Всегда вот в таких случаях остаются какие-то варианты до кривотолков. Ну, Макаров сейчас какой шанс упускает, чтобы его команда брейковое очко набрала.
А теперь уже Казаков упускает шанс, переходящий мяч не забивает. Висота! И вновь Тарас Фил. 5-3. Да, ну просто розыгрыш неиспользованных возможностей. А очки в этом сете набирает Тарас Фил. 5-3. Тайм-аут берет Фригони. Тут еще немножко, наверное, во время розыгрыша и... Так и дыхание сбилось у некоторых волейболистов. Пришлось поработать, и есть о чем вспомнить. Какой же момент сейчас у Казакова был. Побоялся. Тут не то, что не умеет он этого. Нет, побоялся сыграть на стороне соперника. Немножко так ограничил руку в движении. И дал шанс сыграть в защите Жигалова. Тот, конечно, молодцом. Мяч важнейший вытащил. Да, но для болельщиков, конечно, этот матч невероятные переживания, особенно для тех, кто в зале. Они-то там-то нейтральных нет, я думаю, у экранов телевизоров любители волейбола, симпатизирующие другим командам, тоже находятся. И больше красота процесса, наверное, в первую очередь интересует при каких-либо симпатиях, безусловно. То здесь самые, становятся преданные болельщики своих клубов. 5-3, Сергей Тетюхин на подаче. Вот после того розыгрыша, видите, еще и площадку долго надо приводить в порядок. Даже технического тайм-аута не хватило. А может быть, где-то и крыша прохудилась, как знать. Новеньким с иголочки это спортсооружение, ну, никак не назовешь. Ну, Андрей Зинович руководит этим процессом. Ну, что поделать, приходится вот даже у игроков полотенце экспроприировать для такого случая. Ну, а для Белогорья, конечно, сильнейший сбивающий фактор. Команда так поймала какую-то волну, какой-то настрой. И вот такая пауза. Ну, Тетюхин, напомню, ничем не смутить. Подача была хороша. А это ужасная передача. Просто с ошибки передачи Мигеля Фаласки. Так, пожалуй, что если вот будет он продолжать, пожалуй, это будет его последний матч в Уфе в этом сезоне. Повторюсь, 0-2 в Белгороде вытащить Уралу в серию будет невероятно трудно. Это что-то же из области фантастики. Закрывает Павла Абрамова. Сергей Макаров там в забег пускается. Такой круг почета. Может быть, он их и два совершит вот на тех эмоциях, с которыми рванул. Но очко выиграно им очень важное. Линию закрыл. Тройной блок там вообще без изъянов. Видите, всех. Со всеми поделился этой радостью. 7-3. И вновь подавать продолжает Сергей Тетюхин. Что там опять? Не нравится вот такая реакция Макарова у финца. Ну, сказать, что там что-то из ряда вон выходящее было. Ну, по крайней мере, с того, что мы видели, да, согласитесь, нет. Но Тетюхину все это в итоге помешало. Посмотрите, обычно невозмутимый Сергей. Вот это эмоции финала. Люди, которые на двоих почти 80 лет и не желают проигрывать. Настоящие бойцы, настоящие мастера. Они, конечно, после игры тепло обнимутся, я не сомневаюсь. И сейчас они уже успокоились. Все-таки опыт есть опыт. Но эмоции захлестывают. Не все еще решено в этом матче. Павел Абрамов на подаче. Помним мы, как он затруднил, даже выиграл очко в предыдущем сете. И вновь сложно Тетюхину принимать. Хтей. Грамотно от блока отыгрывается. Жигалов. Там Десотто в защите. Тарас Хтей. И чей мяч? Мяч Урала. На сей раз сеточная такая схватка осталась за хозяевами. Вот во многих случаях белгородцы сегодня были умели. На сей раз немного им не повезло. Но повезло хозяевам. И повезло интриге этого матча. 7-5. Белгород впереди на подаче Абрамова. Очень сложный планер. Сетка сейчас смягчает. Хтей. Попадает в угол площадки. Тарас Хтей как глыба в этой партии. Просто невозмутим. Ну, то, что предыдущий мяч проиграл, там же он не один в этой схватке участвовал. Тут очень важно быть часто правильные усилия приложить в нужное время. Не у всех это получается.
8-5, смена сторон. Тайм-ауты под это дело не предусмотрены. В ту же расстановку вернутся команды и продолжат игру. Ну, а нам показывают Ракачей во всей красе. Пока это его сет. Кстати, он поставил победную точку и накануне, решающий мяч забив, набрав свое, там, по-моему, 12 очков было всего у Тараса Кей. Он тоже большую часть игры присидел на следующий запасной. Ну, как же здорово. Ну, видно, что говорил мне Раш Шипулин, что через боль играет на уколах. И, видимо, на весь матч просто не хватает его, банально. Косарев появился с подачей у белгородцев. И касание сетки у Фаласки. Сколько же он ошибался-то в этой партии. А вы знаете, ну, занервничал испанец-то, занервничал. Не зря вот эти все споры, все эти разговоры. А ведь это вторая невынужденная ошибка его. Да, сейчас сбитый прием. Наверное, надо было делать этот удар. Ничего он другого не успевал. Но ошибаться-то не обязательно было при этом. А вот этот удар щит ногой мог еще и желтую карточку за собой повлечь. Ну ладно, продолжим. Пантелеймоненко не сдается. 9-6. Белгородцы впереди. Максиму Пантелеймоненко бы до подачи дотянуть. А там, глядишь, и другая жизнь у Урала начнется. Пока даже Мусерский в центре сетки его не смущает. Алексей Казаков. Интересно, что в пятую партию Мусерский ни разу не атаковал. Не совсем обычная ситуация. Казаков теряет подачу, когда этого абсолютно уже делать нельзя. Сейчас право на ошибку, по сути, не остается. У уральцев 10-6 – это много. Притом, какие опытные зубры стоят на той стороне площадки. Что сейчас? Может быть, там просматривать надо момент? Может, это был и не аут? Поспешил. Вот по этому плану мяч за, конечно. Ну, там по линии надо смотреть. Иногда эти ракурсы очень обманчивы. Болельщикам, конечно же, хочется, чтобы мяч был в площадке. Нам бы посмотреть тех, кто имеет отношение к волейболу, потому что решение принимают арбитры. Детские эмоции – это хорошо. Ну, судя, вот, давайте ориентироваться по этой девочке будем. Стало быть, мяч действительно был за. Сергей Макаров, 10-6. Несложная подача. Висотто по рукам попадает блокирующих. 10-7. Никак не могут приноровиться к его атакам. Ну, в общем-то, с хорошей высотой он продолжает атаковать. Вот именно высота атак Висотто не понижается. Это самое важное. Были моменты, Фаласки ему занижал, там и высота не в помощь. А тут Мусерский какой сложный мяч выигрывает. И Висотто просто не понимает, где же защитники, ведь он же смягчил. Мяч взмыл вверх, и время казалось вагон, а никто не постраховал. 11-7. Передача была для Мусерского сложнейшая. И действительно Висотто этот мяч зацепил. Не повезло. Опять же. И ошибается Вербов. По-моему, вот эту фразу я не произносил сегодня ни разу. Вербов потрясающую игру сыграл. Все постраховал. Все принял. И вот с этой подачи Макарова не справляется. Да? Кто бы мог подумать. Ведь Макарова, ну, не самый сложный планер. 12-7. Последняя надежда Урала в домашних поединках. Это тайм-аут Анжелина Фригони. Ну что ж, опять замена Шипулина. Очень своевременные в пятой партии оказались. Даже не подвожу я итоги. Нет, ни в коем случае. Ну и Макаров 2 очка в этом сете набрал в коротком. Что до связующего уже отдельная история. А нет, это был Кей на подаче, даже не Макаров. Это его очко. Ну, неважно. А Макаров-то свое дело сделал. Ну, а Тарас Хтей, уж тем более, если это он это очко выиграл. Сколько же он пользы принес в этой пятой партии. Висотто продолжает бороться. 12-8. Его команда по-прежнему значительно отстает. Ошибаться на подаче уже категорически нельзя.
И кто там, не Максим или Пантелеймоненко? Должен сейчас подавать. А это уже очень интересно. 4 очка, конечно, разрыв. И вновь как же сложно. Бусерский. Браво, Сергей Макаров. Бусерский-то забьел с такой передачи. Это для него азбука. Но передача потрясающая. Мусерский будет подавать 13-8, но есть ощущение, что главный эпизод в этом сете вот сейчас был сыгран. Ну, не одной, конечно, розыгрышем предопределен этот отрыв, но вот сейчас был хороший шанс на подачу Пантелеймоненко, который, кстати, подачу-то подал великолепную, и прием был тяжелейший для связующего. Пока Мусерский ошибся, все-таки шансы остаются. 13-9. Ащев. Жигалов. И у него высота съема еще на высочайшем уровне осталась. Классный матч отыграл сегодня диагональный белгородцев. Запоминающиеся игры для него в этом полуофе уже сыграны. Но еще предстоят домашние матчи. Не исключено, что Гроцер не успеет за два дня восстановиться. Максим Жигалов, матчбол, 14-9, Белогорье. Алексей Казаков. Одно очко для своей команды отыгрывает. Просит все успокоить. Своих подопечных просит Геннадий Шипулин. Но тут против мастерства что сделаешь? Сейчас важно выдержать прием. Нет связующего Урала. Будет подача, будет надежда на блок. Десотта. Подавать умеет, но каких-то таких запоминающихся серий, согласитесь, мы и не видели. Сейчас Ермаков выбивает вверх. Тетюхин. Нет мяч в воздухе пока. Атаки, наверное, все-таки не будет. Ну, что придумает Макаров? Дастин Дафф. Именно ему доверено расписаться в итоговом протоколе этого матча. Образно, конечно, это сделает капитан. А серия в Белгород отправится со счетом 2-0 в пользу белгородцев. И отнять у Львов добычу будет, именно так называют болельщики свою команду в Белгороде, эту добычу отнять будет очень-очень трудно. Красивая атака, красивый матч. 2-0 в серии. И будем ожидать третьего поединка. На этом заканчиваем трансляцию. С вами был комментатор Владимир Стецков. Всего доброго.